Всем добрейшего утречка. Пришла на кухню, хочу сварить суп. Как назло, забыла разморозить мясо, но он бросил воду. Ой, сейчас маленько потает и буду варить. Ну, точнее, уже буду варить, ждать ничего не буду. Суп хочу сварить из щавеля, щавельный. Потому что у меня уже на даче новый урожай вовсю щавеля. А я еще старый не съела. Лежит в морозильной камере. Вот сейчас я его, называется, сварю. И нужно уже делать новый урожай, заготовку делать. Ой, как вас поставить-то? Так, сейчас наберу воды. Кастрюлю, мясо у меня индейка, рагу индейки. Так, сейчас помою, хотя уже чистой воде лежит мяско-то. Как же я забыла достать-то, разморозить. Ну, старость не в радость. Старость не в радость. Сварю, наверное, легкий такой супец. Не буду я никакую делать обжарку, пережарку. Не хочу. Охот прям легенький супчик. Я сейчас почищу лучок. Брошу сразу к бульону. Головку лука резать не буду. После, когда суп сварится, я эту головку вытащу и выброшу. Купила капусту, я вам показывала. Я думала, щи сварить обычные. Ну, что-то я подумала, так кумекала. Нет, щи я не буду варить. Я лучше сделаю голубцы с капустой. Так, как мне охота, чтобы вы видели меня и все, что я делаю. Ну, вот так сделаю камеру. Вам как раз, конечно, рожа моя не видно. Ну, что на эту рожу смотреть страшную? Зато будет видно, что я делаю. Вот. Супчик быстренький, готовится вообще за пару сек. И плита будет чистая, потому что ничего пережаривать не хочу. Я хочу так. Лишнее масло, не особо мне охота. Так, помыть лучок и к мясу. Все, пусть варится. Сама сейчас в это время я начищу картоху. Картоху. О, не теряйте меня, я вот она. Две картошечки, думаю, вполне. О, сажать-то картошку, ростки. Так, может быть, мне ее оставить? Полезу еще, полазил. Ой, она тут вся почти проросла. Самый сажай. Ох, ядрен батон. Так. Вот так возьму три картохи. Так, где нож поменьше? Не люблю такую картошку в том плане, что она какая-то рябая вся. Я люблю гладкую. А такую чистить неудобно.
А то сегодня должен Толян приехать. Вот надо супчик сварить. Варил свекольник. Не доели, блин. Он что-то прокис. Ой. Прям жалко так. Вроде бы варила небольшую кастрюлю. Но я супы, я вообще их как-то ем прям. Вот сварила, съела, а потом что-то не люблю. Поэтому и прокисает. Толян-то в рейсе. Он-то ест супы, конечно. Такая картошка прям жесть. Обычно чищу этой овощечистка, а это вот аж ножом приходится. Ой, харю мою не видно. Харю мою не видно. Немножко попробую приподнять штатив. Ладно, встану как-нибудь на полусогнутых. Вот семена и картошка на даче привезли из деревни. Ни хрена не прорастает. Зато дома вон проросла. Все. Вот и вся любовь. Вот и вся любовь. Погодка вроде ничего, дождя нету. Надеюсь, в субботу дождя тоже не будет. Если не будет дождя, поедем на дачу. День рождения справлять. Так. Так. Сейчас нарежу. Особо мелко не буду резать картошку. Ну и крупно не буду. Надо на даче оборвать щавель. Заморозить. Так. Вот и все. Быстро и хорошо. А, так. Или ладно. Пену, когда уберу, сейчас уже появляется пена. Слегка уберу пену, закину сюда лавровый лист, чтобы бульончик был ароматным.
Ой. Вылезти в окошко посмотреть. Надо решетки не снять с кухни. Спальня снята, в зале тоже снято. Решетки убрала, на кухне остались. Это не я убрала, это соседи мне помогли убрать. Надо мной жила с одним хреном она. Лежу ночью, сплю, такой грохот, я так напугалась. А он глаза залил и по моим решеткам решил к ней залезть на балкон. И попереломал, падло мне решетки. Гребаный. Но у меня балкон еще не было в зале. Он прям, я думала, окно вырвать нахер с корнями. Вот. Вот, что говорил-то. И вот пришлось как, сняла. Ну, я сняла-то, я сама планировала, конечно, балкон ставить в зале. Ну, вот он мне помог. Этот козел такой. Я думала, я его прибью. А я еще дома была одна. Слава богу, в том плане была одна, не было Ульяши. А то он ее напугал. Все, глаза залил и похеру. Море по колено, блядь. Она его не пускает, так он решил по моим решеткам. Да упал он-то. Ой, говорит, ужас был. Смех и грех. Конечно, после извинялся. А в чем его извинение? Ничего не компенсировал. Хотя, блин... Шоколадку, что ли, принес бы. Ну, ладно, бог с ним. Все равно убрать ненужные решетки, я их не люблю. Это купил квартиру, они уж стояли. Не люблю, потому что окна мыть неудобно. Хоть у меня окна-то они открываются, но москитную сетку уже я не могу вытащить вот на кухне. Ой, опен, вот что значит мясо не до конца разморозилось. Я теперь замучаюсь собирать пену. Поварю нам сейчас я бульон минут 60, а после уже буду дальше добавлять, что мне надо. Знаете, сколько пены, это ужас. Надо купить такую ситочку. Вот пену собирают. А то ложкой тоже не особо удобно. Я еще рано, наверное, начала убирать пену. Ее хорошо убирать, когда она прям шапкой поднимается. Ладно, подожду. Пусть сейчас побольше будет пены, я уберу. Так что готовлю супец. Готовлю супец. О, пошла. Пошла пена. О. Надо было лук бы мне тоже. Сначала пену собрать, а после лук положить. А я поспешила. Ну, ладно. Ничего страшного. Прям как ни странно, я думала, будет пен так много. Нет, ничего ее немного. Уже собрала пену. Я сказала, бульон поварю. Нет, я буду варить бульон вместе с картошкой. Потому что я люблю, чтобы картошка такая была. Прям хорошо разварилась. И морковь тоже добавлю. О, и пусть все это дело варится у меня. Сейчас еще морковь сюда добавлю, и будет красота. Тра-та-та. Морковь у меня замороженная. Достать, где она здесь. О! Забыла морковку купить.
Забыла. Так. А может быть, есть у меня в холодильнике? Чуть не видать. Не, нету. Сейчас добавлю эту. Ох, мне, наверное, не видно было. Темнота. Друг молодежи. Она у меня нарезанная, морковь. Прям горсть сыпану и хватит. Вот, и бульончик все чистенький. Чист для красоты. Все. Я думаю, достаточно моркови, потому что щавельные щи, они должны быть зелеными. О, чуть не забыла. Лавровый лист добавить. Ой, так, где он у меня? Ой. Может, кто-то напишет, скажет, варит, не пойми как. Да, я варю так супчик. Вместе с бульоном я всегда варю картошку. Морковь, конечно, я всегда в конце добавляю, когда на терке она, натертая. Но она у меня нарезанная, поэтому сразу добавила. Может быть, мясо сварится минуты за 40. Так. Два лавровых листочка. Сейчас киданем. Вот они. Пен появился. Но это от картошки появилась. Картошка тоже пен дает. Нам здесь особо ее и нету. Ладно. Все. Варим дальше. Особо тут убирать нечего. Нету практически пены. Но это от картохи. От картофана. Все. Няхай. Няхай, няхай. Огонь убавлю. Крышечкой прикрою. И буду варить. Как раз у меня сметанка есть. Со сметанкой, как намахну супочку. Мне прям что-то супочку захотелось. И красота, тра-та-та. Пакет завязать с морковкой. О, стой, не падай. О. Назад. Опа. Вот и все. После засыплю щавель, когда все сварится. Яичко туда разобью. И будет мне супчик. Зелепушки нет, зеленушки. Ну, по мне, что она есть, что ее нет в супах, мне как-то это. Все равно, скажу честно вам. Вот, ладно, пусть пока варится. Так, бульончик сварился. Красота. Ядрен батон. Лук отсюда я сейчас уберу. Возьму тарелочку, кстати. Опа. Ох. Час варилось у меня мяско. Целый час. Так, морковочка, ты мне сюда не попадайся. О! Слить. Бульончик. Какой в луке. Добавлю. Да-да, добавлю кубики. Да-да-да. Так. Добавлю куриный. Ой, говорю, что за мужики лазают у меня на улице, в зарослях, цыгане. Лазают. Так, сейчас посмотрю, цыганка ходит. Но это она ломают, металл, походу, собирают.
Как говорится, каждый крутится как может. Так, добавлю 2 кубика. Ох, а запечатали-то. Лучше так обувку клеили, как кубики запечатали. Да ядрёна ты, батона. Ой, сейчас надо переставить мне на другую конфорку, которая побольше, супец переставить. Так, чтобы получше кипело. Опа. Подлить воды. А то здесь почти вся выкипела водичка-то у меня. Я тут, а не теряйте меня. Я тут, а ку-ку. Так. Харе. Харе. Возьму коки из холодильника. Сразу. Знаете, какое яичко. Махонькая. Как перпелиные. Это мне Толик привез яйца с деревни. 2 яичка возьму, помою, потому что они грязные. Надо помыть. Яйца надо мыть. И не только куриные. Так. Губки помою хорошенечко. Какие малюсенькие, прям, ну это, наверное, молодушки, курочки, молодушки снесли. Вот. О. В бокал разбиваю. Не видно вам, да, как я яйца бью? Ох, давайте я вас переставлю. О. У меня здесь творческий беспорядок на кухне. Так. Ох, Любки. О, у Любки в животе бурчит. Жрать захотела. Оголодала. Опа. Вилочки сейчас взобью. Добавила, надо еще посолить, а то будет не солено. О, от лука лучок отжать, самый смак. О, а это выбросить. Соль возьму я, вкусную соль. Так. Потом попробую, если что, подсолю. Сейчас закипит. Закипит. Так. Пойду щавель достану. Щавелечек, щавелечек. Ох! Ого, у меня здесь капуста. Ох, как мне вытащить-то. На голубцы положил капусту. Я когда ее обвариваю, когда голубцы делаю, когда замораживаю. Ну, на этот раз я решил заморозить капусту. Так, а это что у меня здесь? Огурцы, их нахрен выбросить. Вот заморозила огурцы и ни разу ничего не приготовила. Думала, может быть, окрошку буду делать. Ладно, пока пусть лежат. Это я мусор буду выносить, и тогда нужно будет мне выбросить. О, старенькой Любки. Так, закипело. Закипело.
Сейчас попробую на соль. Надеюсь, кубик успел раствориться у меня там. Да блин. Блин, блин, блин. О! Ой, аромат. Просто. Просто-просто сказка. Вообще. Так, вроде как хорошо. Или чуть-чуть подсолить. Даже не знаю. Я боюсь, если кубик до конца не растворился, будет соленовато. Если растворился, то нужно немного подсолить. Ладно, сейчас гранулку подсолю. Вроде как, кубик не вижу, нигде не плавает. О. Все, харе. Харе. Теперь закидываю щавель. И поеду на дачу. Новый нарву. И в морозилку. Так, какая я хозяюшка, ну умница, ну красавица, умница, красавица, хозяюшка, ручки золотые. Ой. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. И буду тонкой струйкой вливать яйца. Многие добавляют вареные, я так не люблю. Я люблю яйца добавлять сырыми. Текс. И помешиваем. О, 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 красота! Ох, какая красота! Легкий, ароматный, вкусный супчик. Называется «Ешь, не хочу». Хочу подбавить огонек. О! Все. Кто молодец? Я молодец. Щавель прилипает к ложке. Убрать вилочкой, помочь. Ой. Сейчас он у меня покипит. Ну, прям максимум 5 минут. И я его отключу. Пойду трескать. Потому что я уже оголодала. Вот, видали, какая получается красота? Беленькие, это, конечно, яички плавают. Все. 5 минут и готово. Отключаю. Ну, через 5 минут. Все, мои дорогие, на этом я заканчиваю свой влог. Я так понимаю, на длиннучий у меня получился на сегодня. Ну, ничего.
Всем хорошего настроения, улыбок, самое главное, мирного неба над головой. До новых встреч!